проходит репетиция новой новогодней программы по мотивам «Щелкунчика» в государственном ансамбле песни и танца «Алтай». Номера будут объединены одной идеей – мир, добро, человеческие ценности и отношения. Один из таких – народный бразильский танец «Маракату», который ставит приглашенный хореограф бразильянка Аманда Гомес. Я выбрала сейчас танец «Маракату». Это очень колоритный танец. Это еще родился в Бразилии в 18 веке. Это исторический танец. Переживала, что здесь могли бы не понять вот это колорит движения, вот эти нюансы, вот это джинго, как мы любим говорить, вот это чувство, которое чувствуется только кто там родился. А здесь удивительно, они с первого момента, когда я начала показать танец, они поймали это чувство, это ритм, это движение. Аманда Гомес живет в России уже 9 лет и с удовольствием согласилась поделиться частичкой своей культуры. Кстати, передать бразильский колорит поможет и музыка в живом исполнении вокалистов ансамбля. Маракату греет душу, и вместе с нами поют небеса. A minha nação me dá cor, a vocês eu vou apresentar. A minha nação me dá cor, a vocês eu vou apresentar. Поработали и над текстом песни, соединив два языка, чтобы зрителю был более доступен смысл истории. Тут, когда вот «Salve o rei», «Salve a rainha», «Rainha», «Salve a rainha». Скоро у вас португальский будет лучше, чем русский. Концертные номера создают специально для этой программы. В постановке участвуют все артисты ансамбля. Сложности только получается немножко, так сказать, в ментальном понятии. Физически как бы достаточно простые упражнения, простые сами движения, да. Нужно из себя вот этот вот внутренний, вот эту самбу, да, вот их карнавальную, вот эту вот мощь вытащить. А нам, мы же русские люди, как мы? Эх, и рванули. А тут это все надо немножко таким накатиком, с постепенным. И вот внутри как бы достать ту же самую изюминку, которая есть у любого русского человека внутри. Да, особенно у нас. Ну, хотя внутренне очень похоже, что русский танец, когда мы уходим открытой душой туда, так и это же танец рабов, которые пытались рассказать что-то свое внутреннее. И они в узком кругу это пытались сами для себя, глоток свежего воздуха. То есть они чувствовали себя свободными. И вот именно это ощущение свободы и хочется преподнести зрителю. Программу готовят для семейного посещения, но главным зрителем все-таки будет взрослый. Кстати, идея создания именно сказки для взрослого принадлежит министру культуры края Елене Безруковой, подчеркнула директор ансамбля Елена Березикова. Мы подумали, что в Барнауле должен обязательно родиться свой щелкунчик. Наверное, возникнет вопрос, откуда возникла тема бразильского карнавала. Мы хотим осветить в нашей истории, как встречают Новый год на разных континентах нашей планеты. И мы традиционно подошли к истории концерта для взрослых, и это будет в стиле «Голубого огонька». Но вот в чем будет соединение обычного концерта и сказки про щелкунчик, наверное, вот в этом и будет интрига заключаться. Премьера закрытого показа состоится 15 декабря, а для широкой публики программу впервые покажут 24 декабря. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.